На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру за Вова Оля, 8 лет, город Тамбов. Александр Сергеевич Пушкин, «Лукоморье, дуб зеленый». «Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, там лес и дол, видение полны, там за рек прихлынут волны, на брег песчаный и пустой, 30 витязей прекрасных чередой извод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря, в темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Егой идет-бредет сама с собой, там царь Кощей на златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет, и там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.